Пока Big Fish Pack 2 надувается, я расскажу вкратце, что это за моделька. Про модель Big Fish Pack 1 я уже и рассказывал, и показывал. Отличный рыболовный покрав. Но в какое-то время возникла необходимость сделать такой же покрав, но двухместный. Для этого мы удлинили корпус покрафта, штатно поставили вторую сидушку, и получилась отличная лодка, полноценная двойка. Вот одна секция накачалась, смотрим время. 12:16, 2 минуты. Но, став двухместным, покрафт уже перестал быть просто рыболовным. Это уже полноценная туристическая двойка. Чем же в такой конфигурации хороша эта двойка? Тем, что она весит всего 6,5 килограммов. Это носимый вес для одного человека. Один человек спокойно тащит с собой двойку. Полностью снаряженный вес с двумя сидениями примерно 7-7,2 килограмма. А тем временем накачан уже весь покрав. Время 12:19, то есть вся лодка накачалась за 5 минут. Длина лодки 440 сантиметров, вот только что замерил. Ширина 112 сантиметров. Отличная, безопасная ширина. При такой высокой посадке грести веслом очень удобно. Очередное эволюционное изменение курсового стабилизатора. Теперь фиксирующая деталь, которая раньше была с шайбой, сделана вот такой вот бабышкой. Удобно то, что она теперь несъемная, и из-за ее ширины она гораздо лучше зажимается прутком. То есть, если пруток в рабочем состоянии у нас изогнут, она вообще никуда не сдвинется. Ну вот, Big Fish Pack 2 готов к выходу. Отправляемся не на рыбалку, а на романтическую встречу. Ну вот, первый выход на втором Big Fish Pack. Ох ты, скоростная байдарка. Какой ход. Какой, блин, ход. Очень хорошая скорость. О, драгоценная королева! Примите этот цветок, сделанный из тех же материалов, что и лодка. Спасибо. Куда садится? А, вот сюда. К тебе спиной? Можешь ко мне спиной, можешь наоборот, как хочешь. Так, ну чё, куда пойдем? Вверх по течению к этой, к девушке с веслом? Ну вот как раз испытание, как лодка пойдет вдвоем вверх по течению. Потому что течение-то на нас. Чё-то мне кошачий намордник, блин. Утомил малость. Лодка с собой в рюкзаке. Сколько она весит? 6,5. 6,5 килограмм, и такая большая лодка. Да, вот такая, 4,40 длиной. Никогда не каталась на надувных лодках. Но мне здесь нравится, здесь достаточно уютно, комфортно, лодка вроде надежная, мне кажется, она внушает доверие. Цвет прекрасный и вообще, в принципе, удобно, нет такого, что у меня коленки как-то там, я могу даже ноги вот расправить, и ты мужичок большой, поэтому и ты тут вмещаешься. Места очень много, еще и для рюкзаков хватит, сзади же тоже есть место? Да, вон у меня там самокат. Ну вообще круто, самокат еще влезает. И еще 6 килограмм, то есть с собой можно взять и весло килограмм. Короче, очень удобно, очень круто, я одобряю. Мы сейчас медленно поедем, потому что, чтобы не брызгать, я весло вперед сильно не выношу. А давайте сейчас уточек давить. Уточки не захотели, чтобы их давили. Взял девушку, говорю, рюкзачок. Девушку тоже в охапку. Девушку в рюкзачок. Рюкзачок, да. Покрафт тоже в рюкзачок. И на воду. Вот, между прочим, это стебелечек цветочка сделан вот прямо из той ткани, из которой вот зеленая часть лодки. А
А вот мы находимся на речке Крестовке, рядом с девушкой с веслом, которая переехала на другой берег. Кто ж ее туда перевез? Наверное, какой-то перевозчик. Девушка без весла, ну как вам, комфортно на этой лодке? Несмотря на то, что, конечно, меня немножко летит вода, но в целом я даже не замерзла. Красиво, я прям как по воде как будто лечу, скольжу. Хотя не прилагаю никаких усилий для этого. Солнце меня светит, прошу прощения за мой закрытый глаз. Зато я прилагаю усилия, потому что пока что весь путь наш вдвоем был против течения. Но, наверное, скоро мы уже пойдем по течению с настоящим комфортом, расслабимся. Что я хочу сказать? Big Fish Pack 2. С нее снимаем клеймо чисто рыболовной лодки. Ну, конечно, ее главное предназначение – рыбалка, все-таки Big Fish Pack. Но, тем не менее, лодка абсолютно универсальная получилась. Вот, спокойно можете на этой лодке возить девушек, мам, пап, кого хотите. И это еще не полная ее грузоподъемность. Теоретически можно еще одного человека посадить на носовую оконечность и еще одного посадить на кормовую оконечность. Грузоподъемности хватит даже для четверых. И это всего за 6 килограмм. Да-да, лодка весит всего 6,5 килограмма в голом виде и где-то 7,5 в обвешанном, то есть с сидушками. А полный комплект с веслом, в рюкзаке, со всем добром, где-то в районе 9,5, может быть, там 10, да, с насосом даже. То есть это абсолютно носимый вес, можете спокойно в рюкзаке до любого водоема эту лодку принести. И это двойка, это не единичка. То есть вы один можете для двоих такую целую лодку принести. Ну что, в принципе, можно дойти до малой Невки и по ней туда сплавиться. Или можно вернуться в среднюю Невку и по ней сплавиться. Средняя красивее. Так, со стабилизатором курсовой устойчивости. Как разворачиваться-то тяжело. Медленно разворачивается. Хорошая вещь, стабилизатор курсовой устойчивости. А он нужен, чтобы стабилизировать курсовую устойчивость. А ты потом увидишь, я покажу. Сзади такой беленький плавничочек. Вот видишь? Сейчас еле-еле гребу, но с какой скоростью мы движемся? Гораздо быстрее. Может, идем по течению. Ну чё, рыбка поклевывает? На балансик, что ли? Ага. Ну, кстати, хочешь согреться, можешь погрести. Сейчас как раз по течению хорошо. Вот. Вот так. Можно? Ну. Весло надо поворачивать. Смотри, вот так. Ну, сейчас ты на себя все выльешь. Так. Ну. Ну, гребешь. Видишь, лодка едет. И даже прямо едет. Вот так и согреешься, если на колени воды не нальешь много. Нормально, сейчас разбор. О, разогналась. Сейчас, если видишь, что в берег едешь, то вот правильно, да, одним веслом посильнее, а теперь уже другим надо, потому что инерция у лодки все-таки есть. Ты снимаешь? Снимаю. Романтик, да? Да, романтик. Вот смотрите, друзья, если вы в процессе романтического путешествия с девушкой немножко устали от романтики и от гребли, можете передать весло девушке. Сейчас вот девушка, которая до этого никогда не то что не гребла, она даже не каталась никогда на лодке. 3 минуты прошло с момента, как я передал ей весло, и вот уже вполне уверенно гребет. Осторожно, это заразно. Два, это просто что-то нечто. Сейчас просто температура воздуха такая, около нулевая, поэтому, чтобы девушке согреться, это даже сверх романтики. Это необходимо. Забота. Выдать весло, это забота.
Я вот даже не объяснял, как грести. Как-то вот интуитивно гребет, и причем неплохо гребет. Правда, весло держит неправильно, неправильно разворачивает весло. Но гребет же, лодка идет вперед. Это значит уже хорошо. Я думала, так надо грести. Повернули вот так вот. Оно горизонтально, а то встало вертикально при этом. Гребанули. Поворачиваем, при этом вода слетела. Опускаем. Вот, в этой руке вот такое движение. А в этой оно вот проворачивается. Смотри сюда. Да, я поняла. Слушай, левой рукой держишь неплотно. А правой плотно. А, сейчас мы врежемся. Давай. Сейчас нас тут еще течением пронесет хорошо так. О, уже правильно. Вот так, примерно 5 минут. И человек освоился с байдарочным веслом. Просто некоторые, даже такие суровые мужики, говорят: «Ой, а как я буду грести байдарочным веслом? Я же не умею». Вот, живой пример. Первый раз девушка гребет. Причем таким спортивным веслом с 90-градусным разворотом, а не как вот это, скажем так, по-новичковскому, когда весло параллельно. А у меня вообще план созрел. Например, иду на стритфишинг, на рыбалку. Один. Беру с собой бигфишпак, двойку. На берегу, по пути, разыскиваю симпатичную девушку. Предлагаю прогуляться по воде. Сажаю вперед, 5 минут, девушка обучена. И можно идти на рыбалку. Девушка получает удовольствие от гребли, от природы, от воды, а я спокойненько облавливаю территорию спиннингом. И немножечко так аккуратненько командую. Тут чуть-чуть правее, тут чуть-чуть левее, а вот здесь чуть-чуть вот притормози, сейчас надо вот эту вот точечку обкидать. Прямо, как говорится, мотор-гайд получится. Я устала. Но согрелась? Я согрелась, руки, конечно, замерзли, но в перчатках, короче. А у тебя есть перчатки? Нет, когда осень, принципиально не ношу перчатки, но теперь буду. Big Fish Pack 2 меняет жизнь к лучшему. На. Я просто... На. Спасибо. Волна в борт самая опасная. Ну, типа, может перевернуть лодку, но не Big Fish Pack. Это знаешь, как у курильщиков. Вот последняя сигаретка, так же и у рыбаков. О, последний забросик. Так, друзья, товарищи, прорубаемся через волну. Ветер с моря дует. Тут пока еще волна не сильная. Big Fish Pack прет. О, а тут уже такая волна серьезная. Уп. Вот так оно. Речка заканчивается, начинается море. Все, недолго тебе мерзнуть осталось, уже рядом. А, вот давай вот туда вот на бережочек. Видишь, где бережочек такой хороший. Все, выпрыгивай тогда. Сможешь выйти, не замочив лапки? Ой, блин, у тебя еще ноги эти самые. Ну, имеется в виду то, что штаны коротковаты.
Куда ты понес? Смотри, какая маленькая штучка. Это... А это что-то. Что-то. Сдуватель. 0 градусов. Нижняя, довольно толстая донышко задубела. А такой ушечка нет. Вот вся лодка. Вообще без проблем на. Поднимешь. Понятно, мужики-то... Ох, мужики-то понятно поднимают. 6,5 килограмм. А, ну в целом, да. В целом, да, так ее... Как походный рюкзачок, нормально. Вот такое романтическое путешествие. С лодкой в рюкзачке и с девушкой в лодке. С вами был Андрей Сонар. И Соня. Всем пока.